Привет! С вами снова я, Дмитрий Фреско, и это мой кулинарный блог. Сегодня речь пойдет о курочке. Представьте себе, Одесса, маленькое тенистое уличное кафе, заходит посетитель и видит обедающего в уголке старого знакомого. Авраам Моисеевич, сколько лет, сколько зим. Как поживаете, как ваши родители? Умерли. Ой, простите, я не знал. А что это вы один? Где же ваша Юлия Маковна? Умерла. Ой вы, какое горе! Так это вы сейчас один с вашими детками управляетесь? Как они? Умерли. Что? И они тоже? Послушайте, когда я ем курицу, для меня все умерли. Приготовим такую курицу. Этот рецепт проходит в нашей семье под кодовым наименованием «курица по-французски». Возможно потому, что используется типично французский кулинарный прием. Обжарка происходит в смеси двух масел – сливочного и оливкового. Это сочетание дает очень приятный аромат и на что-нибудь другое не похоже. Добавим сюда несколько зубчиков чеснока прямо в штуке. И начнем обжаривать нашу птичку. Нам надо слегка подрумянить кусочки, но только слегка. Пока курица обжаривается, займемся луком и цветом. Не забываем про курицу. Посмотрите на этот цвет. Какая красота! Жалко, что пока технология не позволяет записывать и передавать по сети ароматы. Теперь очередь цукини. Нам надо нарезать его кубиками со стороной 1,5 см. Воспользуйтесь линейкой или штангенцирклем. Про курицу не забыли. Нам надо переложить ее в кастрюлю, а из сковородки удалить весь чеснок. И на этом же масле обжарить лук до золотистого цвета. Сначала лук даст сок. Затем он выкипит, естественные сахара начнут образовывать карамельный нагар. Вот он-то нам и нужен. Этот нагар мы растворим в половине стакана белого сухого вина и дадим ему немного выпариться. Вкус луковой карамели с легкими нотами вина станет отличной базой для нашего соуса. А теперь все отправляем в кастрюлю к курице и включаем под ней нагрев. Курица надо будет тушиться почти до готовности. Вам может понадобиться немного бульона или воды, но лучше все-таки бульон. А может и не понадобится. Смотрите на свои овощи и свою курицу. Отправляем в кастрюлю цукини и оливки. Все перемешаем, дадим снова закипеть, посолим и добавим несколько горошин раздавленного душистого перца. Оставим все в покое до готовности цукини. Ну и курицы, конечно. А когда все приготовится, выключим плиту и добавим порубленные петрушки. Понравилось? Пальцы вверх, подписывайтесь на канал и, впрочем, вы знаете, для меня все умерли.